Мур, привет, друг, это Зверько. Тут разработчики притащили клона Лапу-Лапу и сказали: «Вот, держите, это реворк». Давай посмотрим на это чудо из мешка. Итак, вот он наш герой. Вместо единичек стаков ему сделали стандартную красную полоску энергии. Тебе, наверное, интересно, нафига? А так проще будет разрабам регулировать набор энергии. Нужно чуть усилить лапу, накинули добавление энергии. Ослабить – отобрали. Это проще, чем равнять прямым уроном. Энергия пассивки до сих пор накладывается от навыков плюс 16 при уроне по героям и плюс 18 по другим целям. Заряженная атака пока прежняя. Кроме одного аспекта, накладывает 60% замедления бега цели. Первый навык. Во-первых, немного усилили. Во-вторых, изогнули область действия. Однако заметны ошибки считывания урона при попадании. Чтобы нанести 4 урона, приходится поставить цель ровно напротив лапу-лапу. Еще в первый навык добавили триггер активации пассивки. Теперь не обязательно бежать к противнику с намерением залепить ему в лицо, а можно бросить бумеранг. Это сходу закрывает слабость старого лапу. Бумеранг нанесет бонусный урон в 100% физатаки, замедлит и наложит щит. На твоего героя, конечно. Благодаря новой формуле накопления энергии и новому триггеру, лапу-лапу получит большую выживаемость в массовых файтах. Главное, не забывать активировать щит. Прервемся на полминутки на знакомого спонсора. В этом месяце все футбольные топ-лиги возвращаются: РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и выбирай крутые матчи. Для новичков есть крутая акция со страховкой ставки до $10, а также бонус на первый депозит по моему промокоду до $100. Второй навык. Сейчас это просто прыжок, но я думаю, к нему прикрутят какой-никакой урон и, например, замедление. Теперь переходим к главному развлечению – ульте. Внешне это опять прыжок к цели с массовым уроном по приземлению, как у кучи других героев. Кстати, тут слили в сеть запись сотрудника, который это придумал. Должен отметить, анимация очень быстрая и хороший урон. Старая ульта теперь съехала на первый навык, и ее немного укоротили, зато ускорили анимацию удара. Второй навык – это круговой удар, который у нас был на старой ульте, то есть без прыжка. Однако в описании сказано, что попадание по героям противника дает от 15 до 75% снижения урона аж на целых 3 секунды. Мало того, что ты накладываешь на себя щит, так еще и снижаешь входящий урон. А добавь к этому крылья королевы и щит золотого метеора, это же почти танк. И вот главное, тройной удар ультой. Красный цвет означает иммун к контролю. Ты можешь немного поворачивать лапу-лапу при ударах, чтобы он наносил свой чудовищный урон в нужном направлении. А в этот момент у одного зверька идет кровь из глаз от анимации двуручного меча. Можно ли считать это полноценным реворком? Нет. Скорее переосмысление и новый взгляд. Выйдет ли ляпу-ляпу в таком виде на основу, тоже маловероятно, потому что куча плюшек – это дисбаланс. Но следи за обновлениями. Там я буду держать в курсе изменений, и там же еженедельные конкурсы. Удачных боев, друг, жми лапку и подписывайся на канал. Смерть, смерть,